Вас, братья и сестры! Шаббат шалом! Это Евангелие в последнее время. И а, с вами Игорь. Вы видите, много полок, много книг. Я нахожусь в библиотеке а, Баптистской церкви города Брайт. Это Уэст Сакраменто. Сегодня конференция. А, у них вместе с одной из церквей пригласили американского а, спикера. Но я не останусь на конференции. Я просто заехал. Мне нужно встретиться просто с пастором Олегом одним из пасторов здесь церкви в Сакраменто. И у меня сегодня служение в церкви отделенных баптистов, как называют, или просто совета церквей. В первый раз они меня пригласили, и я рад, и я рад быть и послужить, и немножко рассказать о служении, которое Господь верил и нам уже 24 года проповеди Евангелия здесь, в Америке и в Канаде. Нахожусь второй день в Сакраменто. Вчера мы закончили служение а у Капитолия. У нас не получилось по причине, что одному из наших братьев стало плохо. И нам нужно было срочно возвращаться в Сакраменто, чтобы он смог пойти к врачу. Слава Богу, все хорошо. И прошло пару часов, и мы смогли выйти на улице Капитолию, это в Сакраменто. И я расскажу немножко... Потом попозже, что происходило, и мы а, запишем а, а, также комментарии и покажем короткие видео, которые у нас есть после вчерашнего дня. Очень сильно устал. Сегодня я не смог просто выйти на улицу, хотя мне стало немножко лучше. Здесь сильная очень жара, очень сильная. Сакраменто и завтра, если воля Божия, мы едем а, в Сан-Фуэсей. сан хосе сан пожалуйста, молитесь, Господь а, позволит, да. Поэтому огромное вам благодарение, что вы с нами, что вы поддерживаете это служение. Пусть Господь вас обильно благословит. Ну, а времени, конечно, совершенно не хватает. Я собирался записать как минимум еще одно видео. Не получается. Но все же короткое, надеюсь, короткое. Хочу просто записать сейчас. Так, как и выставил, так, как он ее называется. Почему я за Израиль но молюсь или и молюсь также за его врагов а также почему церковь должна а может быть даже правильно сказать обязана стать в пролеме за народ израиля ну, начну с того что а, тема евреев а, ну, стала а, в какой то степени очень популярной в последнее время но мы говорим до того времени пока опять не начнут бить евреев а тогда опять все станут русскими украинцами там я не знаю кем еще. Хотя я вот удивляюсь, что даже среди пасторов, это правда, много с еврейскими корнями. Это хорошо. Это хорошо. Просто в свое время они не говорили об этом, теперь немножко говорят. Но это тоже очень интересно. Кстати, ну, неважно, во Христе нету разницы иудей или не иудей. Но Израиль остается центром. Он был, если он будет и самой точной стрелки на часах Божьей истории. Поэтому, если, конечно, мы хотим знать, насколько близко Господь к возвращению, Израиль – это самый лучший пример, самый лучший пример для понимания и библейских а, пророчеств, и понимания восстановления Царства Небесного на земле. Конечно, в истории Израиля – я особенно читаю священное писание, то, что Бог говорил и как Бог наказывал. Но только Бог имеет право наказывать свой избранный народ. Почему? Потому что Израиль был, есть и останется избранным народом. Не хочу делать поправку, но скажу, что, конечно же, в напоминание, как всегда говорил, как и верю, что без Христа никто не спасается. Ни евреи, ни, ни евреи. Иисус единственный путь спасения. И Он Господь, и Он Бог, и имя Отца в нем. Отец и Сын, Господь, Ишуа, Иисус, никто не спасается. Но Израиль, как народ, он остается избранным народом. Церковь – это немножко другое а, 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 живое образование, или а, живой, скажем, субъект, если можно так сказать, Израиль и церковь. Церковь, куда входят и а, искупленные из евреев, уверовавшие в Иисуса Христа – но Израиль – это Израиль, церковь – это церковь. Церковь не может а, заменить Израиль. Мы, как церковь, я также церковь, но я не новый Израиль. Нового Израиля не может быть. Есть один блудный на сегодняшний день, а, и он возвратится и станет опять главой, особенно в тысячелетнее царствие, когда исполнится все обетования, которые Бог даровал именно народу Израиля – по причине отвержения Нового Завета, о котором Евремия говорит, по Завету Авраама, не исполнилось, но исполнится, когда евреи покаются, и остаток спасется. Но это все будет тысячелетнее царствие, все обещания, которые Бог... Они все исполнятся, все заветы, они все исполнятся, когда Израиль покается. Но я сказал, он остается избранным народом, и никому, не дай Бог, из народов решить его судить потому что касающиеся Израиля, именно Израиля, касается зеницы ока Божьего. Церкви даны им более благословения, церкви дано вечное правление. Израилю временное, здесь на земле. И сказал, еще раз скажу, они исполнятся в тысячелетнее царстве, когда Израиль покается и уверует в Иисуса Христа. Но давайте перейдем к заголовку. Хочу ответить, почему я за Израиль, но начну с того, что э, в 2000-х годах, я вот не помню в каком точно, по-моему, в шестом, мы имели конференцию в Берлине. У меня очень много э, германских друзей, людей э, немецкого происхождения, благословенные очень братья сестры, евангельские христиане, очень их люблю. И вот мы вместе с ними, и это была мессианская конференция, мы принимали участие. И мы стояли на ступенях Рейхстага, там, когда в 1933 году ну, решили просто уничтожить еврейский народ. То есть это не то, что вот Германия или 1933 год а, связано, когда Гитлер и его партия а, национал-социалистов а, пришла к власти. Дело в том, что дьявол, он всегда преследовал еврейский народ. Это не важно немцы ли, русские, украинцы, поляки, среди евреев тоже есть сами антисемиты. Разное-разное а, есть. Но дьявол, он всегда преследовал еврейский народ для того, чтобы отомстить и Богу, и Израилю, и так как пророчество через Израиль, чтобы поменять программу, чтобы пророчество не сбылись. Но мы пели а, песню, а, ту, которую я спел после очень долгого перерыва публично в Чикаго, когда попал на палестинский митинг, когда проклинали евреев, а, но оно связано с Писанием. Вот эти слова, они связаны с Писанием. А, может быть, мне не нужно было это говорить, просто многие люди не понимают, думают, а что я там кричал? Да, я кричал из Писания, что Ам Исраэль Хай, израильский народ живой. И вот почему. Не потому, что они сильные или великие какие-то, так как некоторые говорят, слава тому, слава этому. Нет, а потому что Бог. Потому что Бог живой. Потому что Бог живой. Потому Израиль жив. То, что и обетования имеются к Израилю, и мы знаем, как Бог еще накажет великую скорбь, и только одна третья спасется. Да? Но вот мы пели эту песню. И вся история, и Писание, и просто история. Сколько раз евреи пытались уничтожить? Сколько раз? Понятно, дьявол, он не оставляет этих попыток, он еще раз постарается это сделать. Но в первую очередь, сперва обманув Израиля, когда они его примут как за Мессии, да, как Иисус сказал, пришел во имя Отца, вы меня отвергаете, кто во имя свое, вы его примете. Но, уверувший Господа, читая священное Писание, как мы можем, неважно, хоть я чукча -чук, кто угодно я, как я могу быть против Израиля? Если во мне Дух Святой, как я могу быть против Израиля? Это не значит, что, что закрывать глаза на грех Израиля, но я за Израиль, в первую очередь, я за Бога. Я хочу, чтобы меня поняли, мы за Бога, наше царство небесное. Но позиция у христианина все же должна быть, потому что свет есть свет, а тьма есть тьма, и зло есть зло. И не дай Бог, Исаия в пятой главе говорит, на зло говорить добро. Позиция должна быть, мы не погружаемся в политические дерби. Я очень не хочу, чтобы и в Израиле происходило то, что происходит. Но если посмотреть, кто стоит за палестинцами, за них или за ними стоит дьявол. Я за Израиль. Не потому, что у меня мама еврейка, а потому, что во мне Дух Святой, и я христианин. Мое спасение от Бога через Израиль. Мой Господь искупитель по плоти еврей. Писание еврейское, первая церковь были евреи, первые мученики, первые миссионеры это были евреи. Вот почему Шауль Павел говорит: я не стажусь благовестния Христову, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, и иудею, а также и ельну. В третьей главе римлянам Павел очень хорошо объясняет а, избранность этого народа. Просто евреи не поняли, в чем суть избранности, чтобы служить, чтобы служить. Израиль этого не понял. Но, увидя столько антисемитизма, непонимания, и в церквях нет учения, к сожалению, во многих евангельских, и вот такое какая-то ненависть даже к еврейскому народу, у них это, у них то, они такие, ростовщики и так далее. Да, среди них есть много, потому что мозги у них, у них работают, но они не туда их пустили. Но от их падения спасение нам, язычникам, пастора, вам спасение, как не евреям, от их падения возбудите в них ревность. Через вашу любовь вообще всех нужно любить. Суд христианства в любви. Но что касается израильского народа, об этом нужно говорить. Они послужили и исполнили, и через них мы имеем а, смысл жизни во Христе Иисусе. Как я могу быть против Израиля? Как вы можете быть против Израиля? Это нонсенс, что говорит вас: нет Духа Святого, нету. Потому что если бы был бы, вы бы благословляли Израиль и благодарили Бога за Израиль. Это вот почему я за Израиль. Хоть Он слепой. И я также молюсь, и когда я молюсь благословение Израиля в том, чтобы покаялся, вот в чем самое великое благословение. И, конечно, мы не можем одобрять многие мирские политические методы, которые применялись и применяются в Израиле. Но мы понимаем, что Израиль защищается, и то, что сегодня происходит, Израиль всегда пытается уничтожить. Израиль действительно защищается. И Бог с ним, даже несмотря на то, что Израиль слепой, Бог с Израилем. Но евреи, умирающие без Христа, умирают навсегда. Теперь возьмем палестинцев. Дьявол стоит за ними. За врагами Израиля всегда стоял и стоит дьявол. Здесь очень простой ответ. Но я молю за палестинцев. Не потому, что у меня папа мусульманин. Я из такой семьи. Так получилось. А потому, что это, это тоже люди. И Бог их тоже любит. Им тоже нужно свидетельствовать. Если Христос разрушил дела дьявола на Голгофе, и сила крови она остается, то Господу, возможно, конечно, Он может вырвать и их, которые во тьме, которые сознательно-несознательно слушают дьяволу. сейчас мы говорим о, тем, о тех, кто не понимает, Он может их вырвать из лап дьявольских и вырывает. Тем более нам сказано благословлять наших врагов, прощать нашим врагам научиться их любить, желать им покаяния. Почему? Потому что они умрут без Христа, умрут навсегда. Но интересно, евреи, умирающие без Христа, и палестинец, умирающий без Христа, вроде враги, но оба оказываются в очень плохом месте, в аду, потому что без Христа. Но я молю за них. Я не ненавижу палестинцев. Хоть еще скажу, дьявол стоит за ними, но они люди. Я молю за них, за их покаяние также. Даже за одного. Это по поводу, почему я за них молюсь. Неважно, палестинцы или какие-то другие антисемиты, неважно. Но церковь, я уже сказал, она должна стоять за Израиль. Наши корни, вот тогда, в 50-е, когда образовалась, это была еврейская церковь, мессианская, но действительно евангельская церковь. Она обязана, мы обязаны молиться за этот народ. Тем более читая Писание, тем более зная, что Бог сделал через Израиль для нас. Тем более, когда дьявол, он атакует параллельно, если он атакует Израиль, он обязательно атакует церковь. Церковь он не сможет победить никогда. Брата Ада церковь не одолеет, но он пробует это сделать с Израилем, хотя Израиль тоже он не сможет одолеть, потому что Бог сказал, остаток всегда будет сохранен, но он пытается, потому что пророчество, дьявол пытается поменять программу, вот изменить, он всегда, дьявол, так работал. И вот цель изменения, если взять людей с ДНК, то он пробовал и раньше намного, пробует и сегодня, и постарается еще. Особенно, когда будет введена метка зверя. Но у него не получится. Но если я сказал, церковь не станет проломе за Израиль, будет плохо церкви. Не будут благословений, потому что благословляющий Израиля будет благословен, а злословящий Израиль будет проклят. Так написано. И так оно будет. История, она подтверждает это. Вот так коротко, братья и сестры, я хотел просто сказать. Поэтому там, к сожалению, где не молятся за Израиль, надо все же это говорить. За всех молиться. За спасение всех. Но все же Израиль, не то, что я выделяю этот народ, я не выделяю. Но Бог его избрал. И именно Израиль послужил. Не французы. Не там американцы или, я не знаю, еще кто-то. А именно Израиль. Вот почему я буду выделять этот народ. Не в плане там хуже, лучше Израиль, как и Писан говорит, еще хуже поступал, зная Бога, чем многие народы, которые не знали Бога. Но этот народ послужил, поэтому я не то, что его выделяю, но для меня этот народ является особенным народом, потому что через него исполнилось, исполняется моя надежда, мое спасение. Вот и все. Поэтому там, где не молится за Израиль, просто упускают очень много. Это я так мягко говорю, что упускает. Много, но еще больше. Поэтому молитесь за Израиль. Желайте миру Иерусалиму. Во Христе, конечно. В покаянии для Израиля. И поддерживайте молитвах Израиля. Это очень важно. Это духовная, духовная война. Благословение вам. Это Евангелие в последнее время. Шаббат шалом. С вами Игорь. Оставляйте комментарии. То, что вы думаете об этом. Если захотите поделиться этим видео, поделитесь. Шалом браха. Балуха шейм. Слава только Богу, это скажет народ Божий. Аминь. Не печалься, еврейский народ, Скоро к вам ваш Мессия грядет, Будет встреча с любимым Христом, Ему верным останься во всем. Скоро слезы твои Бог отрет, Он тебя к покаянию зовет, он не въемлет греха Твоего, не отвергни спасение Его. Ты искупленный Божий народ, по земле Бог с Тобою идет. Ты страдаешь всегда за Христа, не стыдися Его никогда. Скоро Бог самочистит тебя, с Иисусом ты будешь всегда, Она очистит тебя, убилит, вместе будешь ты с Господом жить. И Иерусалим столица мира, От нее спасение всей земли. Люди, все молитесь за евреев. тогда будет. Мир для всей земли. Аминь. 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 Аминь.